Ой, ты аккуратно с прыжками. Можешь и сломаться. Да. Так, вот мы на плато какое-то вышли. Вот здесь дорога под нами должна быть. Да, вот она. Давай смотреть. Давай лучше по скалам пойдем. Да, да, да. Посмотрим. Я хочу, чтобы сверху и с людьми не особо сейчас встречаться. Это хорошая мысль. Так, вот здесь надо аккуратно. Ой-ой-ой, здесь высоко. Очень высоко. Нет, мы заперти, все, мы в ловушке. Ладно, пошли обратно. Где-то здесь надо строиться. Да, вот оно, Роттаун. Так, а вы такое видели? Смотри, одни контейнеры, короче, какие-то грузовые. Да, это нормальный РТ. Ну, как бы, это не лучший, наверное, РТ, но это РТ. Так, ну что, устанавливаю тотем? А, давай только, да, где-то вот в каком-нибудь... Секретном месте. Да. Да, вот здесь, допустим, где-нибудь, может, вот в этом углу. Подожди-ка, он что-то это... Не ставится? Не, алло, вообще. Ну, давай ниже спустимся. О, вот здесь начинает. Вот здесь могу ставить. Давай, давай. Так, здесь какая-то кабинка. Блять, враг. Чувак с топором. Сука. Что, драться, что ли, хочешь, ублюдок? Ну, не знаю. Ой, замерзаем, пошли. Че он? Идет сюда. Давай, идёт? Готовь лук. Стреляй. Хэдшот. Красиво. Готов. Ну нихера. Ну нихера. Такой нормальный у него лут, кстати. Да? Так, да. 63. Блять, просто... опять что-то глючит. У меня не состакать это. У меня ничего не берется. Я беру. Бери ты. Видимо, лутать вдвоем нельзя. Так. Смотри так... в округе, да, я... Бонни, потому... Ты смотри это. У него просто может быть дом здесь рядом. Я понял, надо тотем заныкать. Вот здесь какая-то херота. Так, нет, не получится. В кусты, точно. Я в кусты поставлю. Всё, я залутал его, Бонни. Блин, поставил тотем. Костер надо. Или сдохну. Я авторизовался, иди сюда. Ты где? А ты внизу? Да, я внизу. АРТ вот там вот у нас находится. Вот, так, пошли. Вот в этих кустах. Вот видишь, домик справа стоит как. Ну вот, в кустах прямо, заходи в кусты. И назови его РТ. Сейчас, подожди его. Вот, а костер разведем где-нибудь вот здесь между скал. РТ. Авторизовался, все? Авторизация, изменить имя. Да, все, РТ есть. Все, давай, налево, выходи от кустов. Угу. Вот, вот здесь вот где-нибудь поставим костер. Давай. Давай чуть повыше поднимем. Да-да-да, надо, чтобы не палило особо. Да, чтобы не палило его. А вот это survival, да? Вот давай, во-во-во, вот здесь, вот в низинке. Почему не в низинке? Наоборот, наверх. Нет, выше. Какая-то херня, что-то лутает. Иди сюда. Здесь нычка какая. Вот здесь какой-то ублюдок лутает. Кто-то лутает, да. Да-да-да, блин, я сейчас начну дохнуть. Вот сюда ставь, нормально. Сможешь? Да. Так, ставлю. Так тут дом, ё-моё. Чувак, мы ставим костер возле вражеского дома. В смысле, где дом? Вот здесь дом, в упор. Ну ладно, так, ладно, закидаю. Дерево 39. У меня уже 46 минут. Слышь, мы вообще беспалевные. Это жесть. Ну можем убрать, переставить. Сейчас, да, я немножко отогрею. А как ты его переставишь? Блин, надо было же этот долбанный топор, этот молоток с собой брать. А-а-а. Ну ладно, будем отбиваться. Твою мать. Блин, что-то я думаю, что-то действительно не хватает. Мне показалось ли, кто-то сейчас болтал? Нет, кто-то что-то бьет. Во, вот это получше. Мне в глаза светят, я не вижу. Так, сесть. Во, пошло дело, отогреваюсь. Ну, уголь вообще жесткая тема. Сука. Вот это мы с тобой, конечно, да, два бомжа в раю. Ура, рассвет. Слушай, а рассвет, да, сейчас поляна догорит и можно идти. Ну да, пошли. Уже думаешь? А, ну, да. Пошли. Так, значит, 111 и 1200 метров нам топать. Давай. Все, возвращаемся до дома. Блин. Нормально. А, нам надо еще бетона подлутать, вот это все сделать, потому что надо сразу фундаменты херачить, строить сразу же. Не, ну мы хотя бы тотем поставили, место... А, да, подожди, да. А как мы место найдем? В смысле место как найдем? Ну как мы не заблудимся здесь? Ну я имею в виду, у нас же не будет...
короче. А компас же не будет сюда на это место показывать? Как не будет? Достань компас. Нет, он будет на наш дом показывать. Компас достань. Ну. Угу. Дом. И. РТ. Покрутись. Ну, в кусты. А, вот, все. Понял, нормально, дурак. Нормально, да? Да вообще супер. То есть он все твои тотемы, да, показывает. Где ты авторизован. Офигенно вообще. Все, в путь. Пошли. Так, я накрафтил 255 плюс 25 бетона. Так, теперь все это дело скидываем в шкаф. Но у нас бетона вообще нормально. То есть хватит на много этих, как его, фундаментов. Так. Ну, Бонни, я тебе серьезно, я тебе предлагаю сначала построить очень маленький дом. И потом его расширять, потому что здесь есть ремув, и ты нормально сможешь это делать. Потому что большой дом очень-очень сложно вдвоем будет построить. То есть, ну, по ресам. Возьмем часть просто и будем переносить. Построим дом и просто будем рез переносить. Нет, я имею в виду сначала построить маленький дом. Да туда... тут строительство вообще ничего не стоит. Еще тут можно, не знаю, замок построить за 5 минут, только резы иметь. Ну так в том-то и дело, у нас нету этих ресов, понимаешь? Ну такая что, я сейчас чем занимаюсь, по-твоему, я нахера убежал, я ресы добываю? Не, ну ладно, короче, я тебе просто сказал, что это кажется, что ресов много, на самом деле их немного. Просто строительство дорогое. Оливер, я, наверное, знаю, о чем я тебе сейчас говорю, правда? М? Ну, я надеюсь. Да? Нет, ради бога. Я уже все рассчитал, дело, я, нет, я просто нужно. Уже все посчитал. Хорошо. Нам хватит там фундаментов на 6... примерно, даже побольше. Ну вот, и все увязывается в дерево. А потом тупо сможем заменять деревянные запчасти на каменные, лутая. Вот и все. Я так понял, что это не, ну, никак не всколупать. Ну, насколько я знаю. Ну, я имею в виду ручными средствами. О, отлично. У меня есть мочило. Минус один. Только убил одного, блядь. Так, ты, иди сюда, друг. Я с тобой еще не закончил. Минус второй. Так, апельсины. Так, у них тут точка респауна, надо валить. Угу. Так, что у тебя есть? Уголь. Блин, мне надо рюкзак. Срочно. А у тебя нет рюкзака, что ли? Нету. Нифига. Ага. Дерево. Так, магнит заберу редкий. Так, камень еще забираю. Так. Глина, забираю. Апельсинчиков похавать. Забираю. Копье. Забираю. Угу. Копье выпало, чувака. Все, бегу домой. Давай. Я тут и тоже одного. Отпраздную победу апельсинчиками. Мне какого-то Викса вольнул, бля. Тоже тут у нас лутался, сука, на поляне. Но он меня начал сам первый стрелять с лука. Слушай, топор реально имба. Просто подходишь, раздаешь. Скинул мандаринки, забирай. И да, 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 я успею. Я сейчас пока это посажу наш. Так, дверь закрыл, да? Ага. Новая плантация. Так, рюкзак, 20 кожи надо. 10 ниток. 10 ниток? Нихера себе. Откуда у нас 10 ниток? Ничего, батя. У нас все есть. А, окей. Так. Он где-то здесь, прям в упор. Да что ты будешь делать? Оп. Ага. Ага. Видишь его? Да. Давай. Вот он. С луком стоит. Отлично, давай. Оп. Ой, по мне. Да какого по тебе? Где он стоит? Не вижу. Справа. Куда он делся? Сука. Он найду, убью. Вот он. Давай, ублюдушный. Он заманивает. Осторожно, там второй был. Да? Да. Убегает. По-моему... Нет, все, убегает, обоссался. Возвращаюсь. Ладно. Давай. Хедшот, говорит, забирай. Так, рюкзак. Нихера место появилось, нормально. А я все как этот, дурачок бегал. Ага, как дурачок бегал, да. Так, ну вот теперь поговорим. Ну как-то так. Так, что как-то так? Надо, по идее, нам брать лес и идти. Пытаться строиться. Надо. Да, рисковать. А у нас нету ресов на лук еще один? Будут, я думаю, сейчас посмотрю, что для лука надо. Сделаешь? Стрелы, да, сделаю. Да, на тебе как раз... А, там... Опять я забываю забрать это все. Что нормально так. Лук забери, Уня.
Ага. Ты ничего не замечаешь странного? Где, в доме? Да. О, ты копье кинул, я понял. Отлично. Так. Так, сейчас подожди, стрелы тебе сделаю, у меня есть просто дерево. А, давай. Ты представляешь? Это писька с волосами. Ну да. И смотри, еще залупень такая вообще. Горбуль, кстати. Смотри, немножко. Разработчики качественно рисуют письки, да? Ну, хоть что-то. Может, у них так на работу принимают, знаешь, захочешь такое, типа... Так, вы будете создавать игру новую, да, но у нас только один тест, вы должны нарисовать горбуль. И там потом... Так, ну почти рассвело. Операция будет начинаться скоро. Все, пошли. Сердце колотится, страшно, да? Да, есть немножко, блядь, жим-жим. Сейчас мы все потеряем, там, так далее. Не, ну так, если это, мы сейчас... Бери молот и забирай костер. Так, молот я взял. Ой, у меня стейк с это... Ну, короче, пропал. Так, давай костер. Про горлым что? Про горлым стейк? Это про как горлым... понять? Про горлым стейк? Да, про горлом. Опа, горлом стейк? Нормально. Так, все, я забрал. Все, пошли. Ну все, пошли. Так. Все или ничего. Все или ничего, да. Так, дверь закрыл? Да. Все, а все, паника, уже все, паранойя. Утюг забыл дома выключить. У меня уже паника, да. Побежали. Да нет, паника, знаешь, что как бы, ладно, если не добежим, еще. Ладно, я могу еще понять, если мы в ПВП. Но если когда мы будем строить дом, нас просто тупо убьют. И заберут все ресы, вот это будет реально. Ну да, обидно. Пати 4 на 4, 20 человек вливается туда просто. Ага. Давай мочилово устраивать. Да. В смысле? А тут одежда дает какие-то преимущества? Ну да, дает. Нихера, я... Вот давай беги вперед, вот просто беги, я буду за тобой бежать, и я тебя сейчас обгоню. Смотри. Ну ты беги, нет, ну ты беги, ты не оборачивайся, ты я беги. Я не могу не оборачиваться, хочу посмотреть на твои кроссовки. Вот Adidas. Смотри, вот сейчас вот просто беги вперед, я сейчас тебя обгоню. Бегу вперед, и мы умираем. Ничего, что здесь обрыв. Обходить придется, пошли. Да, пошли. А я думал, здесь одежда просто одежда, а защиту дает, получается, еще дополнительно? Есть и защиту, да, от мороза дает, от жары дает. А я думал, так кафтан накинул, типа, отличительный знак. Нихера себе. Кафтан накинул. Нет, здесь дают. Обувь дает, да, на плюс один к скорости, да. Бэха семерка, ты там где? Ни хера, ты меня не обогнал. Ну вот, смотри, вот сейчас бежим по прямой. Вот смотри. Ну давай, быстрее погоняй меня, потому что мы уже почти дошли. Я не вижу. Тебя все еще нет. Ну вот. А, вижу. О, ни хера, ты слышишь, бегун, блядь. Так, пошли, нам надо строиться рядом с этим РТ. Это получается справа где-то надо. Вроде я сейчас иду на РТ. Да, ты идешь на РТ. Так, смотри у всяких ублюдков аккуратно. Угу. Так, начинаем херачить фундаменты, стенки и потом забираем тотем. Угу. Так, вот он РТ. О, тело. Блять. Слышишь, Оливер? Тело. Да, вижу. Давай поза. Попробуем построиться вот прямо здесь на поляне. М? Ну он сейчас к нам прибежит, может где-то. Но у нас два лука. Пойди. Ладно, давай. Вот здесь начинай строить где-нибудь. Давай. Или подожди. А вот здесь вот можно как-то слева смотреть? Подожди, а бетон же у тебя. Я не брал бетон. Если ты не брал бетон? В прямом, а кто должен был взять бетон? Я ж тебе сказал, взял только шкаф. Ты не взял бетон? Я ж тебе сказал, я взял доски. Заебись. Побежали обратно, блядь. Бежали обратно. Так, ну что, давай выбирать место. Кто-то где-то бегает. Так, ну скажем. Давай вот здесь посмотрим. Вот здесь вот мы. Нихера домина, слышь. Да. Нихера домина. Так, вот РТ. Вот домина. Угу. А что если пошли в РТ? Пошли в РТ. Ты серьезно вообще? Да. В РТ нельзя строиться, Бонни. Я в курсе, что? За ним построимся. М? Да мне тотем надо было забрать как-то. Не заберем попозже. Вон они бегают голый, прямо справа. Угу.
Сейчас побегут за нами. То есть вот здесь вот, где сейчас я, нельзя строиться. Что это, блядь, было? Ты слышал? Это я киянку достал. Боже, ничего ты пугаешь меня. Ну ты хотел посмотреть, можно ли строиться. Вот там еще можно было, здесь уже нельзя. Давай сейчас перебегаем. Блядь. На-на. Спасибо. И свиньи бегают, отлично. Свиноматки эти. Да я понял. Он чуть подлагивать начал. Все нормально, ты посмотри, сколько живности. Так, и давай вот попробуем вот здесь построиться, да? Вот прямо вот здесь. На видном месте? Ну да. А если нас сейчас спалят? Давай. Где-нибудь вот здесь, давай. Не строится, подожди. Ну беги, пока не начнет. Только смотри, чтобы у нас запас был, а то ты сейчас в зону не строительства зайдешь. Нет, не зайду. Так, все, я лук достал, я на чеку. Давай. Да блин. Быстрее, там зайцы бегают от кого-то уже. Да не бегай, тут просто еще. А, все, мы вот, взял, давай. Стены пошли. Стены, стены. Выход. Вчера ты хоть построил, блин. Так. Красавчик. Да вон, куда-нибудь, да, туда. Всё, нету ресурсов сейчас строить деревянный. Давай. Ну, по центру не ставится, не забудь, по центру не ставится. В дверной проем. Да стенка тут, ёбаная, не ставит. Я хотел туда выход, нет. Ну ладно, давай здесь. Выход, здесь, здесь. Да выход, все, ставь уже. Все, где-нибудь. Подожди. Все, мы все умрем. Давай. Да подожди, не бей. Нет. Давай, давай. Тише. Куй. 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 Вот большой куй. Всё. Вот здесь, дверной проем, давай. Дверной проем. Так, каменный. Там. Так. Да, дверь. Железная. Да! Мы живы! Так, теперь второй этаж хватит. Подожди. Надо оторжаться, да? Дай мне испытать удовольствие. Ну. Так, на второй этаж. Дай посмотрю весы. Нет, не хватит, Боня, 220. Давай тогда потолок ставь и пошли за тотемом. А, я шкаф устанавливаю. А, ты взял эту парилку, коптилку? Понимаешь, что нас сейчас могут, в принципе, заремовить, да? Потому что у нас тотем. Я говорю, ты взял коптилку? Нет, не взял. Ты сказал, что я забуду что-нибудь. Я забыл коптилку. Пошли за тотем. Да подожди, потолок не будем ставить? А, давай. В принципе, ну ладно, давай сейчас. Прикинь, так. Если сейчас мы не сможем его забрать. Ну это будет жопа. Мы сможем заремовить дом всех чуваков, а не от нашего тотема зависит. Да, если они не застроили тотем. Не застроили, наверное. Да, блин, а почему мне не ставится? Только не говори, что из-за шкафчика. Все. Отлично, всё. Пошли за тотемом, темнеет. Пошли. Бежим. А у тебя ресы есть? Ты мог бы в шкаф скинуть? Да. Давай. Давай. А я пойду пока за тотем. Возьми, возьми эту тотемку, блин. Тотемку, давай. Оп, швырнул, нормально, пошел. Давай, давай, давай. Блин, я вообще на нервах. Нормально, да ты успокойся, ты должен был сказать мне. Да ты успокойся. Да ты еще раз так делал. Так. Ладно, домик у нас есть, главное, чтобы ты тотемку забрал. Так, ну у меня только стрела, одежда, киянка, это все не пропадет. Ну ты ничего не пропадешь, да. Только ничего. Мандаринки, единственное. О, ну как же без мандаринок-то? Так, тотем, 200 метров. Ну мне кажется, они его застроили. Не, они не могут построить на нем. Хотя ты сможешь все равно заремувить дом, и ты же прописан. Да. Если ты не мог их выписать из шкафа, они тоже тебя не могут выписать. Так, они зашли домой. Красавчики. Так. Я сейчас к Хантеру включу. Только убери сначала тотем, Бонни, да? Да. Так подожди, а как я заремувлю? А, я могу без тотема ремувить. Да, в том-то и дело. А они ничего не заподозрят. Они ничего не заподозрят. Я в Хантере ползу. Только не слейся, пожалуйста. Да все, жесть. Тайная операция. Они что-то бьют там внутри дома. Кстати, очень... Но, чё?
Кстати, очень здорово, что ты в ночь пошел. То есть, считай, они даже не подозревают, что кто-то может ночью шторкаться там. И кусты не шумят. Ага. Так. Хоп, здорово, тотемчик. Оп. Несу тотем домой, да? Давай, да. Только окольным путем побегу, наверное. Да, чтобы не спалить, чтобы они не поняли, что у них нет тотема. Так, я убегаю. Давай, беги домой. Вот это операция, конечно, операция. Вот они дебилы. Как можно оставить тотем на улице? Это же вообще просто дебилизм. Ну, может, новички. Ну, может быть. Может, ну, тоже новички. Ну, да, вообще-то. Ой, мне бы не заблудиться сейчас, главное. Ой, я тебя прошу, только не заблудись. Ну, просить одно, а заблудиться это совсем другое. Да, так-то да. Еще у меня холод. Кстати говоря, Оливер, ты не подумал о том, как нам выжить? Не подумал. Ты поставь, главное, тотем, и все, и мы выживем. Ну да. Я даже топор скину, на всякий случай. О, я в РТ, отлично. В смысле ты в РТ? Да я окольными путями так обошел, что оказался в РТ. Ну ты-то помнишь, где дом, правильно? Он как бы слева от РТ получается, около дороги. Нет, мне нужны точные координаты, я заблудился. Да ладно, серьезно? Нет. Бонни. Да. Я и так весь на нервах. Я уже внимательно слушаю. Внимательно. Блядский кабан, прикинь, какой-то. Блядь, сука, дурак. Увязался, пятнистая херота какая-то. Нормально. Домой, и все будет нормально. Угу. А прикинь, мы сейчас запустим его домой, он нас отпиздит. Это я подхожу. Ну тут еще один кабан есть. Открывай, давай. Давай. Блять, второй согрелся. А, так они прыгать-то не умеют, ну бы. Давай. Так, на, держи тотем. Тотем, давай. Нифига ты привел тут за собой вообще. Так, ставь. Да, операция, ну, готова. Авторизоваться. Да. Пошли этих дебилов ремонтить. Так, сейчас я не знаю, что, мандаринки здесь скину. И, кстати говоря, не холодно в доме. Угу. Походу. Так. Home RT написал. Угу. Так. Все. В смысле ты умираешь? Откинулся, блядь. Второй, иди сюда. Второй откинулся. Лутаю их, надо же лут. Угу. Хоп. Так, закидываю. Нихера стейков, слышь, вообще нормально. Ой. И жир. И 15 кожи, да ладно, нормально. Я ж тебе говорю, со свиней самое то. Угу. Так, теперь. 90 секунд мне до восстановления. Сейчас я утолю свой голод и пойдем. Давай, давай. Я готов уже с топором. Хера, секира такая, да? Да. Говорит, it's good. Слушай, подожди, пошли. А точно мы. Точно пойдем. Мы сможем без шкафа ремовить? Конечно. Ну, у тебя киянка, пошли. Правильно? Пошли. Все, закрывай все. Двери. У тебя ближнего боя есть оружие, если что? Конечно, топор двуручный. Отлично. Моя мстя будет жестокой. О, да. Пацаны надеюсь, удивятся, они... когда они смогут резаться на тотеме, да? Да, я надеюсь, что они там не с дробашами сидят уже. Не, вряд ли. Ну да. Подожди, а чтобы не уничтожить их лут, мы должны ремувнуть их дом, у них наверняка шкаф стоит. А если мы шкаф, да. Если фундамент ремувнем, то у них шкаф развалится. Да, но... Все, давай, все. Да. Ой. Ну ладно. Привет, друг. Виза не получил. Дверь закрыл. Давай, ремуйся. Нету прав на постройку. Как так? Как так? Они, может, свой поставили внутри? Возможно. Нет. У них, наверное, два тотема было. Да, да, да. Один наш, один их. Понятно. Стой, а что если ворваться туда и авторизоваться? Можно ворваться. Ждем здесь, короче. Давай. А ты справишься топором? Попробую. Он разбегает минус три такой. Фины не ты. Ой. У них там несколько дверей, что ли? Они ремнули стену, по-моему. Нет? Нет.
они шкаф открывают, шкаф открывают. Бежит какой-то. Где? Подожди, он добывает дерево. Не-не-не, все в порядке. Справа, справа. Оливер. Минус. Есть. Только ты меня пошли. Топором убил меня. Ну, в смысле, конкретно. 5-7 дерева. А как он твой ник увидел? Он говорит Оливер. Видно, наверное, через дерево. Подожди, подожди, подожди. Посторожишь их? Я возьму мандаринчики. Угу. У меня тут он полный лут мандаринов. Здесь есть в чем время скоротать, да? Мандаринчиков пожрать. А им надо выйти, чтобы полутать-то своих же. Ну, я имею в виду, если ты их разведчик, он в доме залезается. А на тотеме-то никак. Вот незадача. Нормально, знатно ты мне топором приложил. Я тоже тебя приложил, да, извини. Ну да, в глазах что-то потемнело. Ты за ним побежал просто. Я пёс. Оливер. Оливер, ты у нас звезда? Ага. Говори. Натуре, как он видит? Может, на херовой графике через щели можно видеть так же? Может, даже у них не прорисовывается. Хули, собрали себе, блядь, Pentium 3. Угу. Калькулятор, блин. Блин, ну с тотемом вообще жесть вышло. Я думал, вот заремуем. Представляешь, он открывает, мы бежим вдвоем и не протискиваемся из-за того, что мешаем друг другу. Нет, я за тобой, я же видишь, дальше встаю, ты первый забежишь. Меня, может, даже успеют закрыть. Ну, в смысле, тебя успеют закрыть. О! Минус. А, у них этот здесь. Второй, ну, тамбур, да. Угу. И что дальше? И все. Ну, так они-то должны выйти. Они же из игры-то не выйдут. Ну, могут выйти из игры. Но если выйдут из игры, то мы все равно ничего не проебем. Потому что у нас в слотах оружие останется. Ну, как бы да. Видишь, они молодцы, они поставили тамбур. То есть я так и подумал, что они могут поставить тамбур. Да, ну что они будут делать дальше? Че, пацаны, долго проживете там? Не отвечай, не отвечай. Я не буду отвечать. Просто дело в том, что если мы выйдем в их тамбуре, опять-таки мы с лутом выйдем. Ну, мы, если перезайдем, мы здесь будем, опять же, Боня, понимаешь, в чем дело? Я понимаю. Ну? Ну, может, что-то изменится. Ну, в принципе, мы всегда можем кильнуться. Я еще раз тебе говорю, но у меня... Но мы ничего не потеряем. Мы потеряем 67 дерева и один янтарик. Все, это все, что есть у меня. Ждем? Ждем. Здорово. Здесь ты, я и писька. Отличная компания. Блин, жалко, вот ники мы не знаем, понимаешь? В смысле, Enter нажми. Один из них. Кого я там убил? Или ты убил? Кто кого убил? А, Мэри Лой. Да. А, нет, Клайд. Мэри Лой ты до этого убил, этот, который полз. Клайд. То есть я просто буду смотреть, если Клайд выйдет из игры, то здесь ловить нечего, значит, они просто уйдут. А что делать? У меня на кухне сосиски варятся. Проблема, да? Давай выйдем из игры. Они такие, типа, расслабятся, подумают, что мы ливанули, да, реально, да, и зайдем. Да, и спасем сосиски. Погнали. Давай. Мысли. Что? Я внутри. Oh, yeah. Вон они. That's good. Где? А, нет, они А, у них ничего нету, слышь. У них нету ничего. Приколи, у меня пока дверь не прорисовалась. А, вот, нет, есть тотем внутри, вижу. Приколи, так. Пока у меня дверь не прорисовалась, я им напихал хедшотов там. Да, они втроем там сидят. И у них нету ничего. Нет, смотри, есть. Тотем и шкаф, я видел. Прогрузилась когда. Я ему напихал реально через дверь. Так вот. Уходи, заходи. Давай убивай. Давай. А я здесь постою на страже. Так, присоединиться к серверу, так. Их там трое, да. Это баг какой-то. Ты заходишь, у тебя же двери не прорисовываются. Я смотрю, они втроем там три дебила стоят. Я на одному с топора, второму с топора. Ну, сейчас я... Нет, так ты... Ой, ты попадаешь в кого-то? Я убил одного. Да ладно. Второго убил. Воу. Бонни, попробуй ты. Ну, правда... Не, я не буду, я на страже. Вдруг они откроют, а ты давай херач. Я их реально убиваю постоянно. Жесть. Четыре. Ага. Блин, жалко, эти сервер быстро нельзя как-то найти, блин.
Почему фейвы? А, они поняли фишку, понял, убили меня копьем через эту херню. А-а-а. Угу. Сейчас откроют, наверное, двери. Используйте Е, чтобы открыть двери. Они поняли фишку. Так, ну я ничего не потерял. Только эти апельсинчики. Так что давай, пробуй сам тащить. Блять, меня... У нас кабан в доме. Хера себе. Так, они поняли фишку. Так что имей в виду. Там копьем, короче, они доставали до меня. Ты очень на двери близко стоял. Да я отошел назад, в том-то и дело. Все равно достали. Но я бегу. Я здесь пока. Ну так что, ты их не смог еще задамажить? Я убил еще одного. Ага. Ну, правда, толку с этого нет. Я до лута не могу добраться все равно. Так, а только дверные проемы не прорисовываются, да? Да, только дверной проем не прорисовывается. Ну так что, выходи, заходи, патруль их и все, как бы, давай домой, киляйся. Ну да, ну да. Вот, сейчас а я попробую РТ облутать. Слушай, надо бежать домой и этот лут весь перенести. Я стрелы нашел, один штук. Ну, молодец. Не, потом будем уже, извини меня, уже полпятого утра, какой нахер лут? То есть ты хочешь лут там оставить? Да. Блин, ну а если нас зарейдить? Ну давай забыл? Добежим до дома, до туда и выйдем с лутом. Давай. Да я просто кильну сейчас и отреспаунюсь там. Мне все равно киляться надо. Угу. Я ты пока чё? Здесь лутаю, РТ. Я думаю, чуваки офигели, конечно. Ага, я тоже зашёл. Офигел, когда меня копьем напихали. Сошел. Троим напихал, втроем стоят такие. В смысле? Как он нас дамажит? О, резкий холод начался.